Здравствуйте, приятного аппетита и хорошего дня. Спасибо. До свидания. Блин, лифт ебаный. Ой, я же не матерюсь. Да что ты, блядь, твой лифт вызвал, ни один не приезжает. Что за хуй? Что ты, блядь, там делать? Лифт? Да, блин, то переподключает стрим, то не переподключает, отдавал. Вот это бесит. Постоянно что-то подлагивает. 12 мини. А, ты забирал. Понял, принял. Молодец. Молодец. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Приятно. Хороший телефончик, маленький, удобненький очень. Давай, пока. У меня это первый Минако. К сожалению или к лучшему, я не пробовал другие велосипеды. Но у меня был только Xiaomi Himo C20 три года назад, чуть больше. Что-то выкинули, классно, жаль не посмотреть. Вот тут, как всегда, пробка. Это он зачилился там. О, айтишник.
порежут. Куда уже режут? Хотя за 5 лет разное бывало, и больше платили, и меньше платили. Все может быть. Все может быть. Время нестабильное в плане, ну, по текучке курьеров, и оно прыгать может нехило. Так что, в принципе, ну, порежут и порежут. Ничего страшного. Хуже точно не будет уже. Куда уже хуже, как говорится. Ой, то есть все отлично, извиняюсь, не понял. Все шикарно. Здорово. Еда. Здорово, здорово, здорово. Ой, кто там гавкает? Здравствуйте. Приятного аппетита и прекрасного дня. До свидания. Что не знаю, в смысле? Что вы не знаете? Вот я вам все расскажу, как есть. Можете на меня смотреть и видеть. И ничего никто не обманет. Говорю, как есть, показываю, как есть. Фух. Ой. О. Ну, с рестиков они берут 35%, если что. Поэтому, как бы, Яндекс хорошо получает, и мы хорошо получаем. Все в плюсе. Так что все хорошо. Сейчас будем драться. Так, $25, тем не менее, живем. На авто 170 тысяч, ну это реально в доставке вполне. В Яндекс.Еде, то есть. Как по факту, ну я тебе говорю, как по факту. Почему не расскажет? Все прозрачно, и так все знают. Что там знать, господи. Градусов 18, от 17 до 20 сегодня приблизительно. Погодка шикарная, конечно. Так, а куда мы поедем с вами потом? О, центр. Кусвилл гипер упал. Delivery Яндекс одно и то же. По сути, это одни и те же промокоды, брат. Ой. Страшно. Не надо так пугать меня. Под колеса кидаться. Я никому ничего не оплачиваю. Что ты взял? Так, кто такое? А что пропускать, у меня зеленый был? Это же Ваня. Не вводи людей в заблуждение. Никому ничего не оплачиваю. Да? Ну, видишь. Ну, это одно и то же, по сути, брат, так что забей. Я как-то помню, видел, как вертолет метую петлю сделал. Тут
Тут один единственный диапазон. Получаем кучу километража и лутаем, лутаем. Спасибо. Спасибо тебе тоже. Хорошего дня и удачи. Яндекс.Еда вместе навсегда. Яндекс.Еда лучшая работа. Я в Яндекс.Еде, лучшей в мире работе на свете. Яндекс.Еда, я люблю тебя. Ты про Ленина? Не, пойдем посмотрим. Я бы сам унес удовольствие. Можно спросить, нужен он им или нет, потому что мне кажется, его на Авито можно за большие бабки сбагрить. Тем более с Лениным, гляньте. О, что там написано? Ленинизм – знамя нашей эпохи. Ё-моё. А там снизу еще что-то. Там их два. Он как-то вот так, наверное, раскладывается, скорее всего. Моник проверил, он заискрился, я его выкинул. Потом ночью прошел ливень, и его утопило, пока он на улице стоял. Ха. Да пофигу. Так, три позиции. Что там заказали? Микрозелень, какую-то муть и еще какую-то муть. Пока не собран. Ну ничего страшного, мы не торопимся. Если он будет сдавать назад, он меня зацепит, надо убрать. Я только сейчас увидел. Домой? Зачем? Куда его? Он домой даже не залезет в дом. Так он не нужен, по сути. Зачем он нужен? Ну, это этот же, Kanye West, по-моему, песня, ой, песня, это, которую он играет на пианино, по-моему, если мне память не изменяет. Сейчас на этом нормально ловит.
Это заказ долго готовит, поэтому TikTok сижу. Что-то странно, что долго, кстати. Удивительно, там заказ очень маленький, 3 позиции всего, грибы, мороженое и какая-то муть еще. И что-то прям очень долго. Ну, это странно. Редко такое тут бывает. Ну, видимо, может, это запара какая-то, хрен знает. Да пофигу. Можно почилить пока в Твиче. Ой, в Твиче, в TikTok, кстати. А что там, кто стримит? Дима Тамакуя. Что еще? Что по рекомендациям? Понятно. Самое кайфное, что я люблю смотреть, это вот это. Это имба вообще. Сейчас покажу вам. Сейчас, если в жизни найду. А, ну тут, наверное, в жизни нету. Нет. Фарминг-симулятор в жизни вообще имба. Ну что-то никто не стримит фарминг канал. Не, нету. А, подожди, а. Нету? Ладно, нету. Ну ладно. Так, а что по играм новым вышло? Ой, Talon Breath. Что-то еще. Хуманы, Авгджорни какие-то. Гарль, прикольная, кстати, игрушка. В стиле в таком необычном. Ой, что там? О, ля полетел, прикольно. Сейчас это буду грузиться, что переставлю, чтобы мужикам не мешать. Приветик. С 9 утра, как всегда. Я всегда с 9 работаю, плюс-минус. О, готов. Кусвил гипер. Опа, я тут сумку поставлю, что не пачкать. Так, как это выдает. Здравствуйте. А по заказам по Яндексу к вам? Ага. Спасибо. Ого, нифига, а что это вообще такое? Для как видеорегистратор удобно очень.
А что удобно? Ну, снимать, мало ли, когда на дорогах еду, всякие дураки бывают. Я включаю просто, чтобы оно постоянно записывало. А, у тебя понял? Постоянно. Если что-то происходит, я бац-бац-бац, типа, о, все, претензий нет. Спасибо, хорошо. Так, а у тебя же батарейка садится. А вот же у меня провод идет внутрь, там еще банка у меня внутри, я вообще не парюсь. Я постоянно держу на зарядке. Меладзе. Меладзе? Меладзе? Что Меладзе? Меладзе. Тебя снимают камеры. Плюс еще этот, я с трансляции веду. Ну и что, как там? Ты экстрасенс? Да, да. Серьезно? Да. Пойдем, мне надо с тобой поговорить. Так как, потихоньку, помаленьку. Как тебя зовут? Меня Ваня зовут. Ваня, слушай, у меня к тебе вопрос. Да, не вопрос. Привет, а ты от них на битву экстрасенсов не хочешь? Ха-ха, нет. Почему? Ну, ну а что, если у тебя-то есть способность? Нет. Откуда? Я сейчас телефон... Да откуда у меня способности-то? Ну, ты сказал, что ты экстрасенс. Нет, это он про трансляцию спросил. Да нет. А, какой это... экстрасенс? Нет. Я думал, ты... Нет. Вы что? Нет. Это он про другое. И ты выкладываешь видосы? Ну, я бывает, это как архивы иногда для этого. Для... Как это сказать? TikTok умеешь выкладывать? Не умею. Ты что-нибудь вообще прикольное заснимал? Да, в основном только как тут ругаются, водители какие-то ругаются, я так это в архив все кидаю по приколу, потом вспоминаю. Ты давно работаешь в Яндексе? 5 лет. 5 лет в Яндексе работаешь? Да. Серьезно? Да. И что, ты каждый день работаешь? Не. Обычно? Ну, по 10, по 11. И вот сколько ты за 10 часов делаешь? По деньгам? Ну, прям грубо, ну, 3,5 где-то выходит. Понятно. Да, ну, везде одинаково. Ну, я поэтому никуда не прыгаю. Зачем? Не, мне не нравится Яндекс чем то, что начинаешь в центре, заканчиваешь, блядь, далеко. Я привык, я привык. Я Ростов весь знаю, мне по барабану, где работать. Да? Да. А ты на велике, на обычном? Да, на Минако, ну, как вот пацанов такой. А, вот это твой, да? Не, это не мой, мой там стоит. Где, за шлагбаум? Нет, за газель. Это твой личный? Да. За сколько брал? 60. У тебя 2 аккумулятора? Два. А как ты вот второй с собой возишь, да? Не, зачем? Я кушать еду домой, если. Там часов 6-7 поработаю, кушать еду, кушаю, меняю. А, меняешь, да. Понятно. И хватает, да, ездить? Да, а вообще, вот сколько, вот ты вот сколько назад купил по времени? Ну, 2 месяца где-то было. А до этого на чем ты ездил? На самокате, на мопеде. И на скутере ездил? На скутере ездил. И что, вот 2 месяца ездишь, не ломается? А чему там ломаться, господи? Там ломаться нечему. Все там все копеечное стоит, поставил, поменял. Вон пацаны гоняют, как. Я же такой же. Давай. Ну хорошего дня. Ну давай, вот, давай. Все, ну я не экстрасенс. Дверь открыла, блядь, на втором ряду. Ладно, поехали. Написано побыстрее, пожалуйста. Да не вопрос. Опа. Да, ну тут нагрузка сумасшедшая, конечно. Присмотрюсь. Обязательно. В смысле, тут такие работяги работают, похлеще меня, плюс реп. Кусвилл — это имбовое место. Ну, если по экстрасексам, то ко мне обращаться, да. Бебру я могу показать колом мощным, это проблем нет с этим. Гнать будем? Да, конечно. Куда? 20 км в час, не более, я никогда никуда не тороплюсь. Я свои деньги... Ой. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра. Здесь правила одни, и жизнь одна, и цель одна. Привет. Не стримит? Работает. Стримы не ее, поэтому она больше стримить не будет. Будет, может быть, когда-нибудь, но, скорее всего, не будет, поэтому забейте. Ой, нет, блядь. Пыляка ебаная. Погружение.
пыль. Вот за мной едут. А, нет, слава богу. Ой, а куда он на красный поехал? Ебать! Ты куда? Дядя! Плыли? Да, всплыли. В смысле? Кому привет? А, привет кусвиловцам. Кусвиловцы курьеры – это самые имбовые люди, это самые мощные люди машины, это терминаторы доставки. И вообще в Кусвил красавчики, респект. Сборщики там самые быстрые по городу. И самые быстрые курьеры работают в Кусвиле, это жиза. Это жиза. А куда еду? А, все, вспомнил. Я? Да. Я тут еще тоже дуралей, поверь. Блин, я правда сказал, что Меладзе, но я-то не Меладзе, это псевдоним же. Я-то не сын Меладзе, к сожалению. Я всего лишь какой-то... Там и больше платят, если курьеры работают много. Там и семеру, и десятку на машине поднимают, но там... Безумная нагрузка. Там это не в Яндексе работать. Там ты должен въебывать. Но там и заработки большие. На стримы на IT? Ну, каждому свое. Ну, не получилось у человека, ничего страшного. Господи. Ну, не ее. Я тоже как бы не айтишник, видишь. Ну, и стример из меня тоже хуевый, поэтому... Яндекс это для людей, которые любят расслабиться на работе, которым не кайф работать, но получать хорошие деньги. Это Яндекс. А Вкусвилл это если хочешь прям работать много и зарабатывать много, это вот во Вкусвилл. Там достойные зарплаты, но там ты ебашить будешь как конь. Стример я, ну как тебе сказать? Вот, что-то выкидывали, стоит, не пойму, что это. Стиралка маленькая какая-то. Я бы забрал бы, посмотрел, но жалько на работе. Может хорошее что-то стоит. А? Я не знаю, как это слово переводится, кстати. Бастард. Ой, осуждаю, надеюсь, что это не запретка. Как это переводится слово? Кто шарит? А, небрачный сын, реально? А, ну, так и получается. Джон Иван Сноу. Ага. Ой, ну не старалась и не старалась. Что ты, господи, забудь ты уже про Аню. Чем режим отличается? Там надо брать слоты постоянно. Ты обязан там работать. А тут если не хочешь, не работаешь. Там чуть посложнее с этим. Зачем? Я сказал, попробуй, тебе может понравиться. Да зачем ее поддерживать? Не хотят поддерживать, не надо, никто не заставляет. Только если поменять. Зачем вы, господи, про Аню говорите? Ну, не понравилось, не понравилось. Все, забейте, господи, успокойтесь. То про меня начинаете, то про нее начинаете. Пацаны, зачильтесь уже и смотрите скайпом трансляцию. Давайте кататься в удовольствие. Кому приписывают? Осуждаю. Кого приписывают? Куда приписывают? А, биполярочка опять, что ли? Или что? Кто это пишет? А, теперь в итоге биполярочка делает вид, что он защищает. Обычно наоборот поливал. Ой, биполярка, тебя не поймешь уже. А, ну, в принципе, ник. Ничего, сегодня ты за, завтра ты против. Я такой же, братан, так что забей. У меня сегодня хорошо, завтра уже я вообще...
готов канал удалять. Сегодня мне нравится стримить, завтра я уже готов все нахер удалить. Норма, норма. Это мы такие, пацаны. Ой, биполярочка. У тебя даже ник. Тупо мое подсознание. Мое внутреннее созыто. Как это? Внутренний стержень. Да она не сдулась, просто ей не в кайф, это не ее. Ну бросила и бросила, успокойтесь. С куклой выкинул на помойку. Что, про Wildberries скажу? Ужасно, не дай бог на склад устроиться. Боже упаси, кто у нас вообще идет работать на склады, это такой вообще бредятина такая. Боже упаси. Яндекс.Еда вместе навсегда. Лучше Яндекс.Еды нет ничего в этом мире. О, братишка полетел. Здорово. Понял, не здорово. Ну ладно. А что там хорошего в Wildberries? Там история, вот именно, что полный пиздец, пацаны, в том-то и дело. Боже упаси, пацаны, никогда в жизни не устраивайтесь на какие склады. Они вас сожрут. Боже, какой кринж. Пацаны, какой кринж. Интернет есть, нет? Ля, ну это же полный пиздец, посмотри. Вот это скоро Ростов будет вот весь такой. Но это же, блядь, это полный. Какой просто трэш, что с городом делают. Сука, все продают, все застраивают. Как же мне город жалко, это пизда. Ну, посмотри, ну это нормально? Ну. Еда. А, написано 39-я. Ну ладно. Извиняюсь. Странная клиентка какая-то. Какой-то подъезд. Ничего не понял. А, подожди, это, по-моему, второй подъезд. Я, походу, лоханулся. Нет. Подожди, либо я дурачок, либо я... Подожди, а почему 39-я сработала тогда? А это какой тогда? О, с праздником. Не в деньгах, там ебать тебя будут жестко в этом складе. Уже упаси в таких местах работать. Да дай ключ! Ой, а что тут эхо такое сильное? А теперь правильно. Что не понимаю. Странно как-то просто. Ладно, что мне? Без разницы. Это если что, эти коммуналки, по-моему, с ней банк не изменяет. Или нет? ХЗ. Здравствуйте. Опа. Ну, приятного аппетита и прекрасного дня. Спасибо. До свидания. $6. Много.
Так, мне надо позвонить в Uncle Frank. Забыл. Трубку не берут. Uncle Frank. Опять, видать, нагрузка. Бля, не туда поехал, придурок. Так я тут и не проеду, тут кирпич. Как кирпич? Ну, кирпич. Где? Вот он. Где кирпич? Вот кирпич. Да? Нет, это не кирпич. А, ну да. Показалось. Это не кирпич, это... Что это? Какой кирпич? Что, с ума сошел? Конечно, идут. Заказов много, конечно. Очень много. Ой, я тут пролезу. Да, пролезу. Ждут, ждут и ждут. Еду, еду. Где? Какая реклама? А ты че, реклама есть разве? А, ты за границей, что ли? У нас-то в России рекламы нет, странно. У кого реклама еще? Ебать. Че, рекламу вернули, что ли? Хера себе, как они это сделали. Так подожди, или ты не из России? Ну, если ты не из России, то все понятно тогда. Значит, ты из России, тогда ничего не понятно. Абсолютно ничего не понятно. Когда-то была, я помню. А сейчас вроде нету. А он? Окей. Чего, Слушок? Чего, Слушок? Так, в смысле, за вкус вилла меня знают ребята, что я стримлю. Что? В смысле? Да постоянно спрашивают. Не, брат, постоянно спрашивают про Twitch. Не впервые уже, поверь, брат. Не, брат, нормально все. Все хорошо. Никакого Слушка не прошло. Они всегда спрашивали, не только они. Там сзади машина сдает назад, не пойму или нет. А, нет. Показалось.
Uncle Frank не берут трубку. Я хотел еще ланч себе заказать. Что, есть тут связь? Обычно глушат. Удивительно. Машинка прикольная справа. Необычная. Не, не берут трубку. А что за скелетон? В смысле? Ну я, в смысле, типа худой или что? Только так и не понял, что за скелетон. Причем здесь скелетон-то? Никто так не сказал ни разу. Только ты сказал, по-моему. Так что за скелетон, я так и не понял. Ладно, забей, неважно. Вот тут связь не должна ловить, да, по идее? Ну да, блядушка. Лучше бы я не принимал этот заказ. О, благодарю вас. До свидания. Здесь не работает, и там. Прожимайся, заебал нахуй, блядь, конченый. Ой, блядь. Связь эта ебаная. О, слава богу, появился. Пиздец, связь, конечно, в Ростове. Конская. Я так поеду. А по низу будет проще поехать. Наверное. Все. Работает нормально все. Блядь, что вы нахуй делаете, ёбнутые, пиздец, блядь, я в ахуе. А, подожди, это же Ростов, все, нормально, все хорошо. Я забыл. Хотите шутку классную, номер какой у машины? Так, сказал бедняк. Ха-ха-ха. Номер видели, какой у него? Так. Сказал бедняк на Порше. Ладно, это была шутка, не обижайтесь. О, любители поставить в пробках. Всем привет передаю. Thank you.
Разрывная же. Да. Это вот точно. Семьдесят секунд ждать. А чё так долго? Ну ладно. Знакомых? Да откуда ж я знаю? Те, кто меня просто знают, ну я их толком даже не знаю, даже такие бывают люди. А именно прям близких знакомых по пальцам могу пересчитать. Где-то 4, да не, наверное, 7-8. Где-то, может, 9, ладно. Ладно, вру, может, 9. Вот. Да откуда я знаю? Зайди в ТГ почитай. Я понятия не имею. Сколько, где, что, зачем, куда ты чё. Работаю в кайф. Не нравится, не работаю. Только так, если. Бедный торопится в пробке постоять. Да, тут спуск мощный прям. Блин, Ванка Фрэнк бы дозвониться, а то ланча не останется. А жрать хочется. Так, сейчас надо до Анка дозвонить все-таки. Берут трубу, представляешь? Это Ростов на Лондон на Дону. Блин, противно, ну что они трубку не берут? А сейчас ланч закончится. Я даже заказать не смогу. Вечно Uncle Frank подводит в этом плане. Не дозвонится.
хуй там. Да, категория Б и категория М. Вообще-то Ростов-на-Дону, если что. Здравствуйте, а можно заказать один ланч на вынос? Да. Ну, подпишите его на всякий случай, Ваня. Ну, я буду плюс-минус, я даже не знаю, просто через сколько я буду. Ну, скоро буду. Все, благодарю, до встречи. Все, повезло. Мой любимый Uncle Frank получилось заказать. Не планируешь машину когда-нибудь купить для доставки? Нет, не планирую, боже упаси. Удовольствие, расслабление. Мне машина не нужна. Я люблю расслабляться и кататься в кайф. Без пробок, без парковок, без масел, без бензина, без страховок. И без... Слово забыл, самое главное. Как оно называется, господи. Ну, короче, я люблю чилить. Почему без денег? Ну, не такая большая зона покрытия, зона ответственности не такая большая, да. Все верно. Без ДТП, да, без аварий. Не, машина это не мое. Мне это не надо. Я малогабаритный, маленький, удаленький. Мне вот это вот ваши всякие зекры, ваши вот эти всякие хоньг-йонги, вот эти ваши все хавалы, джили, черри, вот эти ваши не нужен мне. Сами ездите на своих черри, джили, зекры, на вот этих всех. Ой, Теслу, да, если Теслу дадут, если прям сегодня скажут Теслу, я скажу все, я сажусь на Теслу, конечно. Здравствуйте, рад видеть. Не, ну Тесла это не обсуждается. Это машина мечта, это машина, это просто лучшее, что можно в этой жизни было придумать, конечно, безусловно. Что может быть лучше Теслы? Ну появится, конечно, на Теслу на какую-нибудь, безусловно. Но только на Теслу, либо на Мини Купер, либо на Фиат 500, по-моему, Электро, или как он? Какой-то Фиат 500, по-моему, есть Электро, если мне память не изменяет. Но опять же, я не помню точно. По-моему, 500, да. Подъезде парковать? Зачем мне подъезде парковать? Мне подъезде не надо парковать. Есть классная машинка. А, кстати, ну если бы мне смарт предложили, я бы тоже не отказался бы на самом деле. Хоть битрей тут есть, и то радует. Эльф? А, Эльф, что-то знакомо. Рено... Дон... Ой, Ваня Бунин. Я на таком катался по всей России, было дело. Дон... По морю? У меня есть варик покататься за 25 тысяч на одного Москва-Питер, вот на таком, и постримить. Но я потом подумал, что 25 на 20 плюс 25, и это 50 тысяч на 2-3 недели. Что-то я передумал кататься.
Хотя можно, конечно, поехать в теории. Плюс это билеты еще, конечно, туда и обратно. Ни за сколько не принял бы. А зачем мне одному ехать? Одному неинтересно даже с кем-то эмоции пережить. Это, впечатлениями, эмоциями делиться. Одному это что такое, одному кататься? Иван Бунин, Максим Литвинов. С вами? Хорошо. Блин, а днем тут классно. Мне нравится. Сейчас бы кофеечек, сникерс и вот здесь посидеть. Александра, гляньте, какая красотка. Будет, будет контент, будет. Он что, упал, что ли? А, не, он красил, видимо, что-то. Какая красота, вообще имба. Ой, рыбу ловят. Ой, какой кайф. В смысле, что ты выдумываешь? Ну, F5, пусть он F5 нажмет, что он врет? Ну, все видно, вон, вижу, я прекрасно вижу все. Что ты врешь? О, стандартный ростовчанин. Это айтишник, это головинг разработчик, 100%. Че он злой, это охранник. Че мы злым быть? Не надо говорить его. Я примерно понял. Ну примерно опять же. О, курьер тоже. Который по телефону базарил. Ну тот его по-любому айтишник поехал, курьерский. Здравствуйте. 239-я еда. Правильно, да? Угу. Спасибо. Поехали. Блин, связи нет, не примется заказ.
Алло. Здравствуйте. Да. У подъезда. Ой, у квартиры. Ок. Могу. А, да не вопрос, я у двери оставлю, да, не вопрос. Конечно. Все, благодарю, да, хорошего дня, до свидания. Ой. Ля имба. Ой, бля, и правда, ля, какой пиздец тут. Ростовчик.